Всем привет! Сегодня приготовим кейк-попсы по очень вкусному рецепту. Сначала делаем бисквит. Для него нам понадобится 5 яиц и 200 граммов сахара. Взбиваем сахар с яйцами 10 минут. После этого берем 200 граммов муки и просеиваем ее. По желанию можно добавить какао-порошок. Я его добавила. Добавить немножко соли. В яйца с сахаром постепенно добавляем просеянную муку и обязательно перемешиваем снизу вверх. Берем форму, смазываем бумагу подсолнечным маслом или присыпаем мукой. Перекладываем в форму смесь для бисквита. Бисквит ставим в предварительно разогретую до 160-170 градусов духовку на 20-30 минут. Пока бисквит выпекается, мы приготовим крем. Берем 200 граммов сливочного масла, оно должно быть мягким. По вкусу добавляем ванилин. Добавляем примерно 180 граммов сгущенки и взбиваем все миксером. Бисквит готов, даем ему остыть. Ломаем на части и измельчаем в крошку в блендере или руками. Добавляем готовый крем в бисквит и тщательно перемешиваем, чтобы в руках получался комочек. Каждый шарик должен получиться 30-35 граммов. Формируем шарики круглой ровной формы. Укладываем на тарелку и отправляем в холодильник на 20 минут. В это время топим глазурь на водяной бане. Берем палочку, окунаем ее в шоколад и вставляем в кейк-попс, не до конца. Снова отправляем заготовки в холодильник на 2-3 часа. После этого нужно снова растопить шоколад на водяной бане, окунаем кейк-попсы в шоколад. Посыпаем любыми присыпками. Укладываем на тарелку и опять отправляем в холодильник до затвердения шоколада. Всем приятного чаепития! Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Пока-пока!